Крупный взрыв прогремел на заводе, расположенном на улице Бахтурова в Красноармейском районе Волгограда. По данным МЧС, в цеху по производству радиаторов загорелась алюминиевая крошка. Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. К настоящему моменту огонь ликвидирован. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Причина возгорания устанавливается. Не обошлось без пострадавших. Один человек погиб, трое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Следственного управления регионального следственного комитета. Связать возведенные мосты через Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток за пределы населенных пунктов Среднеахтубинского района, повысить безопасность для жителей и снизить нагрузку на окружающую среду. Первый этап третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу достроят уже в следующем году. Сегодня во время рабочей поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров осмотрел участки строительства комплекса и поставил дополнительные задачи по замене импортного оборудования на отечественное. Очередную команду мобилизованных военнослужащих из Волгоградской области проводили на боевое слаживание в один из учебных центров Министерства обороны Российской Федерации. Там военнослужащие продолжат курс боевой подготовки и боевое слаживание согласно своим военно-учетным специальностям. Благоустройство бульвара по улице Титова продолжится и в следующем году. На этот раз специалистам предстоит преобразить участок четной стороны бульварной зоны от улицы Еременко до Таращанцев, а также зеленую зону на разделительной полосе. Аукцион по отбору подрядной организации уже объявлен. Прием заявок продлится до 1 ноября. Аукцион по поиску подрядчика проводится заранее, чтобы компания-победитель смогла еще до весны подготовить и технику, и материалы. Таким образом, приступить к реконструкции специалисты смогут сразу после наступления тепла. Такой подход городские власти применяют на протяжении нескольких последних лет, причем не только в дорожной отрасли, но и в сфере благоустройства общественных пространств. В ходе рейтингового голосования за продолжение реконструкции бульварной зоны по улице Титова проголосовали свыше 11,5 тысяч волгоградцев. В регионе открылся единый контакт-центр, куда жители могут обращаться по любым социальным вопросам. Необходимую информацию о взаимодействии с Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы, учреждениями системы соцзащиты, труда и занятости населения теперь можно узнать в одном месте. Также по единому номеру контакт-центра могут обратиться семьи мобилизованных по вопросам дополнительной социальной помощи. Напомним, что решением губернатора разработан и реализуется целый ряд мер поддержки мобилизованных и их семей, открыты горячие линии. Символ мощи, доблести и славы. Аллея из 50 саженцев благородного дуба пополнила сегодня территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Свой вклад в озеленение территории внесли самые маленькие участники экологического проекта «Проросток», воспитанники детского сада номер 348 Советского района Волгограда. Зеленый подарок городу юные жители сделали в преддверии годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, который отмечается 19 ноября. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ночью и утром туман, ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем +7, +9.